Ну, попробовать тогда можно, наверное, да. Может быть, на ком-то. На ком-то попробую. Проверим, что это такое за лезвие. О, а вот и клиент. Ага, отлично. Ну что, как сказать-то? Нормально вроде. О, это не такие зомби, как те. А, это просто они это. Просто они чокнутые, да. Это просто люди чеканулись, короче. А там-то в бункере там же вирус еще был. Тут пока вируса, пока я такого-то не вижу. А вот и патрончики, отлично. Очень даже хорошо. Так, тут дверь не открывается. Не, не открывается. Так, а это что использовать? Блин, еще один. Ага. О, люблю такие моменты. Прикольно получается, да. Пам-пам-пам. И секир башка. Так, ага. Тут пропал труп. Ага. Это секирбашка. Понятно. Так, и куда ж нам двигаться дальше, по-твоему? Туда что ли? Ладно. А куда туда? А, понял. Сейчас, подожди. Ты можешь вот так? О, точно. Точно, да. Ага. И удар ножкой. Вот так вот. А, контрольная точка, великолепно. О, тут еще и черный ворон. Да? Черный ворон. Да? О, блин, тут их двое. Баба, тихо. Так. Иди ко мне, иди к папе. Иди к папочке. Как я его хорошо обработал-то. Чудненько то, а то, что написано. А, все равно по-английски там что написано. Так, ну тут здания-то, я должен сказать, большие, конечно. Здания, да. Так, а то что? Записка? А, заметка. Так, газета номер 2. Крупный прорыв. После почти 3 недель оживленных дебатов Германия, США и СССР заключили предварительное соглашение о разоружении. А, ну понятно, да, типа, это всегда типа начинается с таких фраз. Так, а потом происходит такое, как здесь показано. Потом происходит атомная война. Так, тут что у нас? Просто покрутить надо пипку эту. А, там внизу что-то. А, это мост, это понятно. Это мост, я. Ага. Оба. Хватай его. Какой тебя хватающий? Запихнем его туда. Это вы что, охренели? О, блин, это пусть.
какие могут быть чистые? Надо сразу этого, которого этого убивать. Тихо. Так, оттерки двое, ага. Ну что, попутали? Попутали на меня нападать. На психиатра. Да, люди уже чокнутые. На психиатра нападают. Так, кто еще? Кто еще хочет? Лезвие. Кто? Да что ж такие тут слабаки-то? Слабые противнички. Самодельный топор. А где-то разве топор это? А ну-ка, подожди-ка, дай-ка. Еще. А, топор такой, что ли? Маленький топорчик. Резвые пилы. Да нет. Да нет, я на это возьму лучше. Лезвие. Так, это что? А, удар ножкой. Ну ладно, ходу. Так, это что? А, это вода. Так, а водичка. Ага. И она туда стекает. Ладно. Эх. Так, машина. Плакат чей-то. Ага. Контрольная точка, это хорошо. Очень даже хорошо. Не, ломик мне не надо мне. Так, подожди-ка, а куда нам дальше это идти, не пойму. Так. Так, не сюда. А куда ж тогда это? А, сюда. Так, это что такое? Лезвие. А, ну такая же, как и у нас тоже есть такая. Ну что-то, если его два раза показывают, значит это хорошая штуковина в ближнем бою. Так, все-таки ну, смотри, тут не зависай, пожалуйста. Так, подожди, откуда он стреляет? Понятно. Сейчас, погоди-ка. Вот так-то. Откуда у них это пистолет? Ша. Чу-чу-чу. Швабра. Швабра обороняться. Прикол. О, патрончики. Хорошо. А теперь сколько у нас? 22. Ну, 19. 6. А, что там такое? А, блин. А, понял, все. А, блин, пропусти. Да. Сюда, живо! Держи его!
Ох, ёб, боже. Вах. Изучил, блюдо. Ага. А, это его сзади этот толкнул, который был, что ли? Еще на заре человечества люди жаждали выразить подавленные эмоции и чувства цивилизованным способом. Гнев, скуп, отчаяние, раздражение, печаль, страх, боль. Поэтому они придумали игры жестокие, агрессивные.